Офигеть, целый куб из Among Us Lucky блоков. Как же я это один-то ломать буду, я не представляю. Эй, в смысле один? Опа, Савчик, здорово, а ты что, тоже здесь, что ли? Да я тоже тут, в смысле один, ты что, в фище, что ли, потерялся? Да, я понял, принял, мистер офицер, генерал Нубский Хвост, мы будем ломать вместе, давай, короче, по одному. Так, смотри, у меня уже что-то хорошее есть, только нужно ломать реально аккуратно, нам умирать здесь нельзя. У тебя был TikTok Lucky блок, я видел. Не выкидывай, не выкидывай, TikTok Lucky блок, там мы можем же сломать, да, прямо сейчас, да? Ну, вот, держи все лаки блоки, открывай. Так это там Among Us Lucky блок, да, вот, TikTok, потому что Among Us сегодня мы наломаемся, это точно. Так, вот эту штуку нужно сразу же выкидывать, потому что... Понял тебя! Я вообще ничего не сделал, я просто поставил Lucky блок. Ты Lucky блок же сломал, кажется, то... Только... Нет, я его просто поставил. Вообще, я реально говорю, нельзя нам умирать. У нас сегодня челлендж без смертей. Есть, все, нагрудник, это бесконечный хп, это вообще прям стопудово. Ну, надеюсь, главное, чтобы Майнкрафт не залагал от этого вашего бесконечного хп. Точнее, броньки или как там. Оп! Слушай, Lucky Potion это хорошо, но плохие Potion это плохо. Нет, не нравится мне это все дело. Меня же сейчас кинут. О, не скинули. Ха, и ночь, хорошо, нормально, ночью тоже ты можно живой, выжить. Ты живой, я живой. О, подожди, хилки. Ну, хилки вроде уже прошли, поэтому Савчик там сам захилится, все с ним будет нормально. Короче, нафиг эти Lucky Potion, я ими не хочу баловаться. Нафиг оно надо, если мы подохнем, будет реально проблема. Вот, Савчик уже подох, скажи же, что проблема, да? Это очень проблема. Смотрите, что мы можем сделать с вами. А что, она не взрывается? Блин, я боюсь, реально. Ладно, нафиг, не буду ничего делать. Зато лаки-блоки можно ломать вот так. Опа! Видали? Сразу два сломалось, потому что... А, даже три. Потому что они ломаются, по идее, от красного факела. И что ты сделал? Я сломал лаки-блок. Стоп! Стоп! Да, да ну нафиг! Я что, летать мог с этим... Я с этим нагрудником... О, нифига себе, ты быстрый какой! Смотрите, шустрый! Смотрите, ребята, на счет три я могу сделать день в мире. Готовы? Раз, два... Три! Ха! Видали? Вот это, ну, это магия вне Хогвартса, как говорится. Короче, все лишнее, естественно, выкидываем, потому что... А вдруг что-нибудь очень классное прилетит? Давайте лучше следить за Савчиком, как он лаки-блоки ломает. Тогда мы точно не подохнем. Хотя, мало ли что выпадет, как бы, ну, будет реальная проблема. А ну, стоять! Ай! Блин, я перелетел! Не надо меня бить, пожалуйста! Нет, не надо меня бить, я тебе говорю, Савчик, тебе не надо. Не пугай меня даже так. Стоп, это изумрудный нагрудник? Вау, как он выглядит красиво. Я, ладно. Да ел, упал, лез густой, хоть в очко, стой, я подох. Погоди, я тебе кое-что... А, это регенерейшн? Что? А, репейринг, нифига себе, я могу починить свою броньку тем самым. Реально могу. Вау, Савчик. А еще я могу тебе дать зельку полета, но ее лучше я себе уж оставлю. Кстати, топориком, особенно таким огромным, лаки-блоки ломаются гораздо быстрее. Смотри, Савчик, я теперь... А, я душ... Чё? Ну, а, в смысле, не бей ты... меня, не бей меня, всё, ты дурак, что ли? Так ты же можешь ко мне телепортнуться. Просто я думал, что этот шлем мне даст, короче, очень большую скорость, а он мне вообще нифига не дал. Вот прямо от слова совсем. Да ладно. Савчик, у меня вопрос. Какой? Есть верстак. Да откуда вы? Ну, а может доски есть? Да ничего нету у меня. Капец, Савчик аж лагает. Или ты настолько быстрый? Ну-ка, побегай-ка. Нифига себе, ты реально скорострел какой-то. Так, подожди-ка. Это что еще такое? Скорострел везде поспел. Блин, а я думал, что это бомба короче какая-то. Ты что за фигня? Почему эти молнии меня преследуют? What the shit, man? Блин, нагрудник ломается, реально. Я думал, что это бесконечный нагрудник. Опять. Я вообще уже ничего не вижу. Погоди. Вода. Вижу воду. Я не хочу просто ломать свой нагрудник. Он дает... Я потушился, пока бежал до этой чертовой воды. Можно? Что ж ты будешь делать? Что там можно, Савчик? Твой нагрудник сломай. Ну, можешь сломать. А, мой прям, не, мой нельзя, не-не-не. А чё? Я знаю, это ловушка, ребята, это ловушка. Смотрите, докажу вам. Сейчас по приколу мы можем сломать сундук этот. Чё? И чё? Не ловушка, что ли? А чё, я думал, ловушка. А чё, всё залагало, что ли? Не, ничего не залагало, я думаю, реально это ловушка. А, тут чешуйки, точно. Блин, я думаю, это точно была ловушка, я её помню, она спавнилась, но нет. Ладус, хочешь яблочко? Яблочко? А, да всё, я уже сам его съел. Да ты офигел, что ли, я прямо это видел, как ты его съел. А ещё смотри, что у меня есть. Да, харе...
смысле? Вот сколько мы уже этот ролик, Савчик, с тобой снимаем, только вот лаки-блок этот огромный. Помоги мне, помоги, Савчик. Я тебя понял, тебе не до помощи. Мы, короче, сейчас, я всех отмутохал. Нифига себе, каким образом? А, точно, ты же супер быстрый. Я-то думаю, каким... Да ну нафиг. Смотри, что мне выпало, Савчик. Ты готов? Чего? Ты готов, смотри. Только оп. Не умирай, не на... What the fuck, motherfucker? Мне выпали барьеры, я сам этого не ожидал. Я реально думал, что такого вообще невозможно никогда. Смотри, что есть. Чего? Вот, и вот. Нет. Да давай, один раз. Ну, блин, если бы он взорвал лаки-блоки... Ну, ни одного лаки-блока не взорвалось вообще. Вообще прям... О, мне тоже тикток лаки-блок выпал, Савчик, отлично, только давай не драться, не кусаться. Ты еще и прыгаешь высоко. Если ты будешь вот, драться, знаешь, то я буду кусаться, понял? Знаешь, мне вот таких прыжков тоже не хватает. Смотри, я тебе могу дать зельку полета, хочешь? Да нет, я вот так летаю. Ладно, тогда смотри, что за блес поушен? Погоди, я хочу попробовать его, но я боюсь. Ух ты, прикол в том, что эта зелька Ладус, help me! 5 рандомных хороших эффектов. Где ты? А! Это что ты там за лошадь убиваешь? Погоди, и что за эффекты мне дали? Короче, я даже не знаю, что это за зелька такая супер классная должна быть. Капец, мне еще снова лаки-блоки эти выпали. Очень много дропа, уходим. Я просто боюсь. Я просто боюсь, что таким образом выпадут ТНТ. Мне этого вообще не надо, понимаете? Я этого боюсь. Проблема. Ламба или фела. Это точно ты поешь, а не вот эта овечка. Я тебя спасу, А не, я тебя не спасу, у меня нечем тебя спасать, поэтому сори. Сори, но сори. Погоди, шлем. О-о-о, вот это я... Да почему я не прыгаю высоко? А, ну да, я же летаю. А чё я вообще парюсь? То, что я не бегаю высоко и не прыгаю быстро. Я же летать умею. Это же как бы, ну, все заменяет, вы понимаете? Я еще медленно спускаюсь. Смотрите, как... Уу! Так, а, я не буду, естественно, этого делать, конечно же. Я еще на дурного похож. Нам умирать нельзя. Кстати, Савчик, да, а ты я... на дурного похож. Рукой. Просто рукой его вынес. Вот так. Даже не двоечку прописал, а однерочку ему, понимаешь, Савчик? Дело деньги, вот так. Вот так вот, Савчик, надо броньку, смотри, классно, у тебя отстойная, кажись, какая-то. Нафиг. У меня? У меня реально броня... отстойная. Давай, спорим? Ты попробуй, убей меня. Рукой убью. Что, реально, что ли? Не... Ладно, сегодня выпендриваюсь, Савчик. Все, не выпендриваюсь. Так, это нам не нужно. Капец, мы даже первый слой не вскопали, ты понимаешь, Савчик, там насколько... Вот это что еще такое? Почему у меня все мерцает вообще? Их еще так много? О, погоди, а где они, Савчик? Я их всех отмотохал. Они же только что здесь были. Чего? Откуда здесь только ТНТ? Почему? Ладно, у меня такое первый раз появляется. Что такое? Вы же этот тоже видели, да, сейчас? Я вообще ничего не понял. Ой, это нужно срочно ломать, Савчик. Срочно ломай, а тут еще сундук какой. Что это, интересно? Хлебушек, голем. Чё, у нас будет защитник? Так, подожди, не ломай сундук, только все, ну-ка. Та-дам! Все, ходи, защищай нас, Савчик. Смотри, Влада, что могу, смотри. Главное, голем быстро... и не бей. Лайфхак, смотри, лайфхак. Давай. Как быстро сломать лаки-блоки. И чё, сломал? Я знаю, что смотри, кирпич не быстро ломать. А ты где вообще? Не надо так ломать, Савчик. Ты нам вообще тут весь мир тогда пофигачишь. Ты же понимаешь это. Я тоже так могу топором сломать, но... Ой, как залагал, я думал, у меня сейчас Майнкрафт вылетит. Но нужно, кажется, стоять здесь, пока Савчик... У нас голем вздыхает, сгорает. Чё? Стоп, слизень. У нас голем сдох. Слизень, угольный блок? Это что сейчас было вообще? Как это голем сдох, Савчик? Ты как его вообще не уследил-то за ним? Ну вот он что-то взял и сдох. Ого! Пушка! Рука! Смотри! Ну-ка! И чё, ничего не взорвалось? Что-то... Погоди, проверим на овечке! Слушайте, мне это нравится. А еще офигенный лук, который тоже убивает, наверное, с одного удара. Савчик, хочешь лук проверю на тебе? Да нет. Не хочешь, дам. Ну тогда смотри, ладно. Вообще нельзя подожди, по мне стрелять. А знаешь, что я подумал? А что, если пробраться куда-нибудь вниз? Ну я уже полез. Давай, короче, мне кажется просто... Да что ты будешь делать? А как я его убиваю с одной руки? Я же его даже никак не лупил. Смотри. А ты где? Подожди, меня сейчас придавит. Мне это не нравится. У меня же кирки-то даже нету. Ой, это будет опасно, но давайте попробуем. Так. Чего? Мне из колодца слизни заспавнились. Фу, ой-ой-ой, что я загорелся-то, я не понял, в чем прикол-то? Что такое Big Ultrasonic Berry? Это что сейчас было? Это что?
Это что сейчас было такое? Куда меня выкинуло? И слизней тут реально много. Они все еще злые. Так, ну-ка, все, какашки, отстаньте от меня, пожалуйста. Это фудовые слизняки, позорные. Ах вы, какашки, да мика, так, все, стрелять буду с лука. Да елки-моталки, нужно реально куда-то уйти. Просто из лаки-блока все время что-то падает. И фиг такой, идешь куда-то. Ладус, отойди от слизней, сейчас я их грохну. Не надо, стой. Раз, два, три. Давай, грохай. А, у меня такая же есть. А, так это не взрывчатка, Савчик, это просто убивалка. Смотри, вот так вот надо их убивать, вот так вот. А, да у меня такая штука, да, тоже вот есть. Вот так. Ты чё в креативе, что ли, я не понял? Нет. А как так, почему тебя не убил, интересно? Короче, я пытался как мог уйти вниз, но у меня вообще нифига не вышло. Кстати, тут колодец не активированный, из него выпало очень много годных предметов, которые, естественно, нам ничем не помогут. Ого! Я тебе помогаю, тут слизни убиваю. Да все уже, эти слизни-то уже не злые, Савчик, их-то можно уже и не убивать, так что ты не беспокойся за это. Попытаемся пойти по этому же пути. Вот та самая ловушка, из которой я выбрался. И мы с вами аккуратненько. Что? Зачарованный блок? What the fuck? Еще и какая-то цемент. Это земля. Смотрите, погодите. Ладус. А что надо? Острота 10, добыча 5, шипы. Что? Земля зачарована, я вообще не понял. Земля в иллюминаторе. Земля зачарована, земля зачарована. Стоп, я могу по стенам подниматься. Чего? Я не летаю. Человек-паук? Человек-паук, узбогоенный человек-паук, узбогоенный, давай. Что залагало сейчас, Савчик, что случилось? Да не знаю, я просто дофига лаки-блоков зараз сломал. Я тебя понял, что случилось, Савчик. Нафиг отсюда надо улететь, да побыстрее. А какого амунгачера сломать, красного? Или красного? Выберу красного, Савчик, только меня не ломай, пожалуйста. Это что было сейчас? А я сломал какой-то лаки-блок, и все, и секир башка. Они же секир. Нормальные были, они же ничего никому не сделали. Тут бац! Оставь его, оставь, не убивай. Пускай это будет наши... Кто? Это мама Боба какого-то, что за фигня? Ладно, пускай я на так, стоп, Андрей, тебе нужны? Тут какие-то есть у меня... Сейчас это... Нет, Савчик, нет, сразу говорю, нет, нафига мне надо. У меня и так мусор в инвентаре. Короче, смотри, вот сейчас попробуем реально супер-быстрое ломание лаки-блоков. Готов? Раз, давай, а, нет, подожди, тут их слишком мало. Пошли, отбежим куда-нибудь, а лучше отлетим. Два, три, вот так вот. О, вот это да, тут даже... Офигеть, самое быстрое тут даже открывай, не ну, видно, вы понимаете, насколько все быстро динамит. А вот динамит я, пожалуй, увидел. Да ну нафиг, это что такое? Это что такое? Так, все, ребята, все, с меня хватит. У меня сейчас нервишки сдадут от такой мощной серии. Если она вам понравилась, вам нужно прямо сейчас поставить лайк на нее. Вам же не сложно. Че, одну кнопку нажать? Если будет на этой серии больше 20 тысяч лайков, мы продолжим снимать по лаки-блокам. Так что обязательно ставьте лайк и подписывайтесь прямо сейчас на мой канал. Вот если что, ссылка на мой канал, а вот если что, ссылка на Савчика. Подписывайтесь абсолютно на все каналы и посмотрите предыдущий ролик, а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока. Пока!